День города жители и гости краевой столицы отпразднуют в последний день лета, 31 августа. Праздничные мероприятия пройдут под эгидой года семьи. В этот день запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Основные мероприятия по традиции пройдут в самом центре города, на площади Сахарова. С 12 до 16 часов планируются спортивные программы «Барнаул спортивный город чемпионов», в рамках которой пройдет фестиваль «Готов к труду обороне», соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В парке «Центральный» барнаульцев ждет фестиваль национальных культур, а на набережной – авиашоу. С 5 до 6 вечера над акваторией Аби пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Пешеходная улица Молотобольская также станет центром притяжения в День города. Там стартуют ярмарки и выставки. Концепция выставки включает участие музыкальных групп, танцевальных коллективов, проведение квиз-игры «Барнаул туристский», также проведение 4 мастер-классов и работы 6 игровых зон с инструктором. В рамках выставки у нас планируется также проведение арт-шоу с участием профессиональных художников и песочного шоу с соблюдением тематики мероприятия. Также ко дню города краевая столица преобразится. Праздничное оформление города планируют завершить к 23 августа. Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании в мэрии поручил профильным комитетам и администрациям районов держать на особом контроле подготовку к празднованию Дня города. Валентина Аскерова, «День с толком».